Здравствуйте. Сегодня хочу рассказать немножко о держателе электродов ZBU 3.2 в данной ситуации. Это моя разработка. Значит, электроды служат для контактной сварки аккумуляторов. То есть работает он следующим образом. За счет подпружинения контактов он позволяет сделать хорошую точечную сварку. То есть вот таким вот образом вы под любым углом можете варить. При определенном просаживании пружинки срабатывают и дают определенную просадку электродов. Состоит это из вот такого держателя пластикового. В него вставляется пружинка. В него вставляется вот такая трубка. Естественно, это все фиксируется винтами. Вставляется вот такое жало. Вот, собственно говоря, это все фиксируется, собирается держатель электродов. Получается вот такое вот изделие. С плавающими контактами. Сюда зажимается кабель, ну здесь зажата вторая пара. Вообще сюда зажимается кабель, то есть выглядит это все в результате вот в таком виде. Здесь кабель 25 квадратов. Внутри в трубке здесь у нас 5,5 мм. Сам кабель получается 7 мм, поэтому кабель немножко зачищается, обчищается и отжимается. Есть цвета, вот такой голубой металлик. Есть цвет белый, есть цвет черный, еще есть оранжевый цвет. Ну, там на фото можно на некоторых увидеть. Вот, ну, как бы сейчас он не очень пользуется популярностью, поэтому сейчас его нет. Сработает это все следующим образом. То есть вот таким вот образом на аккумулятор устанавливается, прижимается и дается сварка. Ну, давайте протестируем, как это будет выглядеть. Значит, сейчас эта ленточка у меня 0,2 мм. Аппарат точечной сварки Vision. Вот таким вот образом. Вот у нас получились два пятнышка, две точки сварки. Проверяем на отрыв. Оба, все контакты отрываются, оставляя материал на поверхности аккумулятора. Ну, даже возьмем, допустим, для проверки случай, когда у нас задняя поверхность, специальную взял, полностью избита. Значит, обычно это для сварки составляет проблемы, потому что возникают прогары. Проверим сейчас, как это будет работать у нас. Смотрим на отрыв. Вот, пожалуйста. Собственно говоря, все оторвалось. Это была ленточка 0,2 мм, 0,15. Можем сейчас протестировать на этом.
сейчас специально делаю многоточие для того, чтобы показать, что даже с таким большим количеством точек, относительно, конечно, понятно, что когда сборка делается, ну, скажем так, статистика, да, то есть раньше у меня были не контакты в определенных местах, приходило постоянно подбирать угол электрода, удержать их, то сейчас ничего этого делать не надо, пожалуйста, под любым углом мы можем варить, у нас в любом случае происходит прижатие электрода, можно так, вот пожалуйста, сколько я сделал точек, ни одной точки нету прожига, пропала или некачественной сварки. Ну, в общем, я думаю, оторвать ее сейчас будет невозможно. Вот перед этим ленточка. Я проварил ее. Нету ни одного прожига, ни одной некачественной сварки. На этом все. Спасибо. До свидания.